Женя, на улице холодно. Вот что ты меня вытянул сегодня сюда? Так утеплять тебе надо. Скоро шла охота. А ты все шебуршишь, да шебуршишь. Подберем... А у меня типа одежда не подходит. Подберем тебе одежду. Подберем. Заходи. Я так понимаю, ты мне провел экипировочный центр. Вот. Это хороший экипировочный центр. Я думаю, что здесь подберут правильную одежду для настоящей, классической и комфортной охоты. Потому что комфорт – это залог успеха. Ну, у тебя свои требования. Хотя эти требования вообще везде, наверное, для каждого охотника, да? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. У нас в нашем флагманском магазине Pyre представлена продукция компании Novatex. Многие модели, которые вы видите, это нашего производства. Мы производим как для охоты, для рыбалки, так и для туризма. Подскажите, а за каким направлением вы к нам приехали? Александр, нам нужно подобрать одежду для охоты в зимний период. Во-первых, для охоты с вышки. Хорошо. Активность будет низкая. Ну и, конечно, для загонной охоты, то есть это средняя активность, вот такие костюмы нам необходимы. Можете нам что-то показать, рассказать? Хорошо. Мы сделали правильный выбор. Тогда я мог вам предложить торговую марку Pride. Это у нас костюмы как раз для любителей охоты. Акцент будем делать на нашей теплой линейке. И самое главное, это, я так понимаю, бесшумность. Да, это залог успеха. В данном случае у нас есть разнообразные расцветки, как хаки, коричневые, так и подлесы камыш. То есть все, что угодно. Есть сигнальные, кепочки, шапки и непосредственно жилетки. Вот, Женя, вот в первую очередь нам вот такая штука. Ну да, чтобы тебя видеть далеко. Чтобы ты мне не попал. Чтобы я не потерял. А еще смотри, нам нужны белые костюмы? Или мы обойдемся на халаты? Красный одеваем. А вообще, зачем нам белые, если мы красные жилеты оранжевые одеваем сигнальные? Ну, это же все на любителя, то есть каждый охотник одевается так, как хочет. Мы ходим в оранжевом, нас это прикалывает. Тот ходит в белом, думаю, что зверь их не видит. Мы красивые. Это легенды. Я думаю, что вам замечательно подойдут наши две модели данных костюмов. Это у нас идет костюм Hunt и костюм Magnum Зима. У нас Magnum Зима, он идет именно как раз более такой загонной охоты для активностей, а Hunt, он идет более теплый, потому что у него идет термопро утепление. Многослойность такая. Надо мерить? Надо мерить. Надо мерить. Вообще, на самом деле, сейчас преобладают тренды по многослойности одежды. То есть, если вы хотите, чтобы было тепло, вы можете поддеть утепляющий слой, это второй слой непосредственно. У нас есть две модельки, тоже, которые вам могут подойти. Это... непосредственно куртка «Мангуст» и толстовка «Манчестер». То есть для того, чтобы... Тебе самое то. Не, вот это, да? Да. Даже когда вы едете в машине непосредственно до охоты, в куртке вам будет жарко, вы спокойно можете доехать в утепляющем слое, потом куртку сверху накинуть и уже поехать непосредственно на охоту. О, здорово. Где какая? Кто разумеет? Вот это? Где? Да, это... Я же бегаю по загону. Я думаю, что как раз, если вы бегаете по загону, вам бы я предложил костюм Magnum Зима и утепляющий слой. А для Hunt, я думаю, что утепляющий слой не нужно, потому что он сам по себе очень теплый. И самое главное, Александр, термобелье. Термобелье. Пройдемте. Обратите внимание, термобелье у нас... Хатсан и непосредственно Таргет. То есть это шерсть мериноса, это для большей такой активности, потому что она имеет свою определенную терморегуляцию. И более теплая, это сэндвич флис с стрейч-вставками для того, чтобы не мешало подвижности. Все, понятно.
Ну что, одеваемся? Одеваемся. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Прошу еще обратить внимание на то, что материал у нас используется в Исландии, это наша разработка, и эта ткань мембранная, и самое главное, что она бесшумная. В данном костюме у нас стоит 13 тысяч на 10 тысяч по размещению влагостойкости, а здесь у нас 10 на 10. То есть данный костюм у нас как раз очень вам подойдет для загонной охоты, особенно в качестве загонщика, а вам непосредственно сидеть на лабазе, либо на вышке. На вышке. Ну вот мы с тобой порешали. Я в загон, а ты сиди. Это шапка тайга, да, она трех, можно сказать, видов ее можно сделать. Можно застегнуть ее сверху, сзади и непосредственно как шапку-ушанку, чтобы она свисала, чтобы было удобнее. Мне еще нужна жилетка. Жилетка. Замечательно. Сейчас принесу. И жилетка. О! Давайте поухажу за тобой. По ГОСТу. В комплекте к жилетке у нас идет такая небольшая сумочка, так же, как и костюма. То есть это очень удобно, когда вы едете на охоту, не обязательно ехать прямо в костюме. Все сложили в сумочку, с собой ее взяли и на месте уже непосредственно оделись. В твоем случае ты не потеряешь. Не потеряешь. Вдалеке увидишь. Замечательно, Александр, давайте зафиксируем ваш образ и разберем его. Сверху у вас костюм Хант из плотного материала, это Исландия, на мембране, 13 тысяч дышимость и 10 тысяч водного столба влагостойкость. Далее у нас идет утепляющий слой, это у нас эко-плух, да, мангуст, и самое теплое термобелье у нас сейчас. Немного ли, но мне... У данного костюма, да, еще идет штаны комбинезоном. Я думаю, что вы хоть на Антарктику можете в таком виде идти. Все готово, но не хватает только одной детали. Обувь. Обувь. Это обувь, конечно. Пройдемте, посмотрим наши модельки. Но я думаю, что вам сейчас будет очень жарко. Это же костюм все-таки рассчитан на минус 45, поэтому давайте переоденемся. И в комфортных условиях померяем обувь. Замечательно, пойдемте. Как видите, ассортимент у нас полный очень большой. У нас представлены такие производители, как Чирука, Макбуты, Демар, Поливер. Может быть, есть какие-то особенные предпочтения у вас? Блин, вот давай, обувь это... Это самое главное. Самое главное, чтобы ноги в тепле, это... Потому что как только, здоровье, как только нога начала подмерзать, хоть какой самый обалденный костюм у тебя будь, тебя начнет заколачивать и все. То есть нам необходимо, чтобы в обуви был чулок, желательно съемный чулок. Во-вторых, прорезиненная, там, либо это Эва будет, либо там, каучук какой-нибудь, я не знаю. То есть резина, чтобы влага не попадала. Потому что в зимний период иногда передвигаешься на снегоходах, а испарение от снегохода и тепло идет на обувь, она отсыревает. Но и съемный чулок нужен для того, чтобы где-то на базе, на заимке можно было его снять и просушить, чтобы на следующий день было снова тепло. А вот. Для меня должен быть сапог, самое главное.
чтобы не было меньше шнуровать и так далее. Почему? Потому что если ногу где-то зажмет на снегоходе или между корягами, или где-то там на скальной породе, я мог просто ногу выдернуть и все. Пусть она там останется, потом улечь достать. И второе. Туалет захотел в домике. Прыгнул в сапог и побежал. Пришел и назад спать. Вот так. Хорошо, тогда под ваши параметры могу предложить вам эти две модели. От шнуровки никуда, конечно же, не уйдешь, но зато она очень такая теплая. Шнуровка, как. Да, она идет как раз непосредственно с вкладышем, со съемным. То есть, если зашли куда-то в домик, можно будет снять, спокойно с этим вкладышем пройтись. И температура у нее под минус 55, то есть спокойно не выдерживает. И очень легкие, это самое главное. Самое главное, что они легкие. Легче будет бежать от кабана. А для загонной охоты под костюм Magnum зима я бы вам предложил полиуретан. То есть они лучше держат стопу, и в них будет более удобно продолжительное время какое-то пройтись, загонять животных. А вот ключевой вопрос к материалу. Загонная охота связана с постоянным передвижением по пересеченной местности. Под снегом бывают пеньки, острые ветки сухих елок. Выдержит? Все верно. То есть как раз-таки полиуретан чем лучше, в отличие от этого, тем, что он более износостойкий. Значит, плотная такая пятка. Меряем? Ну да. Давайте завершим. Ваш костюм Hunt и курточка Mangusta, утепляющий слой, прямо уже внутри. Очень удобно. И самое теплое термобелье из нашей линейки. У вас самое теплое термобелье также и костюм Magnum зима. Не забывайте про обувь. Ну как? Спасибо, Алексей. Вы довольны своим выбором? Я очень. Обалдел. Ну, как говорится, ни пуха, ни пера. Черт-то. Будем рады видеть вас снова. Вперед? Ну что, вперед. До свидания.